Всем привет! Сегодня мы снимаем очередной наш обзор на заказ сайта iHerb. Заказ делался к празднику 8 марта. В это время на сайте были скидки минус 25% на раздел «Красота» на товары по уходу за собой. У нас продуктов в заказе немного, но они все очень нужные. Первое – это лосьон для тела фирмы «Юцерин». Объем его 500 мл. Лосьон без запаха, стоит капелька возле слова light, то есть он должен быть легкий и хорошо впитываться. Также удобно, что лосьон идет с дозатором, не нужно лазить руками в баночку. И пришел запечатанный в полиэтиленовую пленку, для того, чтобы во время транспортировки ничего не пролилось. Заказываем мы его в первый раз, в пустых баночках расскажем свой отзыв. Следующее, что я очень хотела заказать, это маска Andalou Naturals гликолевая с тыквой и медом, осветляющая маска. В пустых баночках я рассказывала, что пробовала такую маску в пробниках, она очень понравилась, и я хотела заказать полноразмерный продукт. Баночка выглядит вот так, камера не передает ее цвет, как положено, она ярко-ярко-оранжевая, такой цвет, поднимающий настроение. Баночка стеклянная, 50 мл, наносится на 10-20 минут и затем смывается водой. Эффект от применения этой маски виден сразу, кожа осветленная, свежая. Дальше у нас в заказе еще есть набор с масками, вот такой. Мы о нем расскажем в следующем видео отдельно. Достанем все маски и посмотрим, что сюда входит в этот набор. Поэтому смотрите вторую часть нашего обзора.